Творческая студия позитивного мышления и сила позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин. Дорогие друзья, сегодня шикарный, совершенно шикарный день, понедельник в Санкт-Петербурге. Обратите внимание, совершенно шикарная погода, солнышко. Практически уже осень. Сейчас я подключу зарядочку. К моему компьютеру. Смотрите два моих канала YouTube, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, на русском, на английском языке, около 7000 видео, на каждом видео я, моя страница ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуддин через дефис, вот такие вот дела. Мою страницу на Фейсбуке вы можете посмотреть в брендировании, как на моей странице ВКонтакте, которую я уже озвучила. Также и на моих двух каналах, ну, скорее всего, вам лучше посмотреть, как правильно найти мои два канала YouTube на моей странице ВКонтакте. На русском языке, как я уже сказала, Татьяна Салманова через дефис, Мактум Сайфуддин через дефис. Вот такие вот дела. Также смотрите мой летний интенсив, который я засняла этим летом. Ну, в основном это огромное количество видео, такие клипы, конечно, там у меня есть и небольшие клипы, а так в основном видео, достаточно большие видео, мои видеосеминары, позитивное мышление и смежные науки. Так что вот рекламирую себя и загружаю с моих каналов YouTube еще и еще несколько раз, потому что некоторые видео, которыми я себя, так скажем, рекламирую себя как специалиста в области позитивной психологии, личностного роста. О, боже мой, ворона прилетела. Представляете, прилетела прям ворона и села прям вот на эту. Надо было вам заснять. Я просто была удивлена. У меня мой ноутбук стоит на балконе. Прилетела ворона. Такая большая ворона и села прям вот на жердочку. Села прям на жердочку. Ну это просто удивительно. Может, где она кушать хотела? Да сейчас огромное количество каких-то там ягод на деревьях, где-нибудь там покушать можно. Так что вот. Как вы заметили, я достаточно, ну, не очень часто, но опубликовала и сейчас публикую мою кредитную карту, номер моей кредитной карты Bank of Tinkoff. И как я говорю, если вы хотите стать спонсором моей программы творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин, you are welcome, перечислить спонсорскую помощь. Так что вот. Татьяна Салмановна благодарит всех, кто оказал спонсорскую помощь и перечислил на мою кредитную карту деньги. Так что вот. А также Татьяна Салмановна передает привет больнице в Сестрорецке, ковидному отделению реанимации. Вот такие вот дела. Сейчас я это видео загружу на мой канал YouTube, на мою страницу ВКонтакте и буду заснимать следующие видео. Автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания» была Александрова Татьяной Юрьевной. Вот, 46 лет. В 2018 году я поменяла мое имя, отчество и фамилия. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Сказал, один момент, one moment.
Я когда-то в далеком 2000, это какой был год, 2009, я когда-то в далеком 2009 году в мае потеряла мою маму Александрову Тамару Петровну. Так что вот. Она похоронена на кладбище в Ковалево. Татьяна Салмановна за нее молилась, это я молилась, в общем, ездила и в церковь, и к различным иконам ставила свечки, и к, как говорится, к целителю Пантелеймону, так что вот. И ухаживала за мамой до последнего, но, к сожалению, увы и ах. Так что видит Бог. Татьяна Салмановна сделала все возможное. Так что вот. Это по поводу реанимационного отделения, ковидного отделения в Сестрорецке. Так что вот. Все, что могла. Все, что могла. Так что вот такие вот дела.